Сегодня распределительные центры, возведенные даже в самых отдаленных районах страны, играют неоценимую роль в сдерживании пандемии и спасении жизни тысяч наших соотечественников, столкнувшихся с коронавирусной инфекцией. О том, как организована работа на местах и как распределяются пациенты, узнавала наша съемочная группа. Два распределительных центра на 592 места, организованные в городе Термез на базе стадиона «Сурхан» и спорткомплекса «Алпамыш». Доставленных сюда пациентов будут диагностировать и делить на тяжелобольных с тяжелой и легкой формой болезни. Для чего учреждения оснастили необходимым современным оборудованием, позволяющим оперативно предоставлять медицинские услуги пациентам. Привлечены квалифицированные специалисты. Для их полноценной деятельности созданы все возможности. Для пациентов подготовлены двухместные палаты. В присутствии больных они обеспечиваются постельными принадлежностями. Создано отделение на 30 коек мест, к которому прикрепили двух врачей, двух медсестер, двух младших медицинских работников и одного работника для распределения пищи. Таким образом, в центре внимания здоровья каждого пациента и проводимые процедуры направлены на скорейшее их выздоровление. А те, у кого болезнь протекает в легкой форме, обеспечиваются необходимыми лекарственными препаратами и на основе рекомендаций врачей проходят лечение в домашних условиях. Данный процесс также находится под постоянным контролем медиков. Ну а в Сырдарьинской области больницы, предназначенные для лечения коронавируса, сегодня организованы в 4 учреждениях. Кроме того, в скором времени во Дворце спорта «Алпамыш» будет построен распределительный центр на 678 мест. В реализации этих важных задач областному управлению здравоохранения помогают средствами местного бюджета. На строительство центра были приглашены квалифицированные и опытные специалисты из Ташкента. В одной палате разместятся по двое больных. Около каждой кровати есть панель, на которой размещены кнопка вызова медперсонала и точки подачи кислорода. Через консоль будет обеспечено его индивидуальное поступление. Здесь все готово для приема пациентов с подозрением на COVID-19. Данный комплекс организован аналогично распределительному центру на базе столичного УЗЭКСПО-центра. Создание центра, способного принять около 700 пациентов в течение 8 дней, имеет первостепенное значение для охвата наших граждан качественным медицинским обслуживанием, направленным на предотвращение быстрого распространения пандемии среди людей.